Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами канал Ирина Шевелева «Цветочном мире». Знаете, ребят, сегодня у нас уже 7 августа. Решила показать вам свои череночки метельчатой гортензии. Также есть крупнолистные кое-что. Ну, с крупнолистной у меня случилась беда. Сейчас, когда к ней подойду, расскажу, какая. Хочу показать вам наличие, как они выглядят на сегодняшний день. Вот такие вот красавцы разные. Вот они. Вот они в таких вот. Это кто у меня? Сейчас посмотрю. Не видно. Это полярный мишка. Так вот, значит. Так, вот это кто у нас тут такие красавцы? Сейчас скажу. Это старус. В общем, разные гортензии. Много разных сортов. Хочу вам предложить в продажу. Это самарская лидия в маленьком объеме, так как надо освобождать место. По сортам я сейчас говорить не буду, как бы, потому что они все разные. Это Vims Red я вижу по расцветочке, ну, по листику уже видно. Вот. В общем, много всяких сортов у меня. Кому может быть нужно, звоните, пишите, сброшу каталог, цены. Но это будет как бы не каталог, а просто список. Это Little Passion. В общем, много разных сортов. Также есть и Metallica, и Pixio, но их не очень много. Вот так они на сегодняшний день выглядят. Мои красотки, тут уже кое-что продается. Но это уже дома приезжают люди, покупают. Выбираем что-то по чуть-чуть. Вот этот сортик у меня. Это Limelight. Очах прям такой, клеща. Тоже все это обрабатываем. В общем, когда приехала с отпуска, еще не было. Потом уже обнаружила, что, ну, в общем-то, все классно, все красиво. Ну, есть, конечно, кое-где, где клещ побил. Есть такие саженцы. Шикоку флеш, варигатная красотка. Вот тут больше выражена варигатность. Где-то меньше. Вот это я тут кое-что еще черенковала. Осталось место. Вот, значит, разные сорта, ребят, кому может быть интересно, скайфолы, звоните, пишите, закреплю в первом комментарии свой номер телефона. Вот крупнолистные гортензии, это у меня вторая часть, некоторые очень отличаются, могу определить, а вообще в кассетах стерлись названия, был очень плохой, получился плохой, как его, маркер. Не постирала. Такое, что по листу могу где-то определить. Есть вот такие крупнолистные. Это у меня Black Diamonds. Вот такой вот красавчик. Black Diamonds. Это у меня второе черенкование. Тут Magical Revolution Pink. Это кого я могу определить по листу. Это, наверное, на Smata Hari. Тут вот где-то, где смогла, разобрала. Вот, лист упал. Где смогла, разобрала название. В основном без названий все. Вот. В общем, стерся у меня. Вот такие красавчики нарастают. Сейчас покажу вам. Это я черенковала, наверное, майское черенкование. У меня май. Там, может быть, что-то с апреля. А вот это уже у меня было мое первое черенкование. Вот так они сегодня выглядят. Даже некоторые уже цветут. Вон такие побольше даже есть. Есть на бутонах, есть разные. Magical Matterhorn вижу, все подписанные здесь. Это Фантом. Тут у меня кто? Кто у меня тут? Little Passion еще. Кого достала, как говорится, того показываю. Вот это у меня первое мое черенкование. Вот такой череночек. Смотрите, вот он. Это у меня Bonfire. А нет, Panflora. Панфлора, это у меня, походу, панзола. Я уже вам рассказывала про это. Что пришла она мне как панфлора, но по видео других блогеров, по другим видео, я вижу, что у меня попутались сорта. Вот такие красавицы. Вот они. Панфлора. Я их не прищипывала. Идет в один побежек. Сами потом можете прищипнуть. Ну, вот такая вот красавица. Такие небольшие череночки. Это вот мои первые черенки.
тут тоже фрайс Нельба вижу. Мега Минди есть. В общем, разные. Очень много разных сортов. Может, кого заинтересует, пишите, звоните. Вот. Подскажу. Ну, вышлю вам наличие каких черенков. Серия Пан есть. Bonfire Metallica Pixie тоже есть, но их немного, так как я приобрела себе череночки сама только в том году. BG есть. Ну, в общем, много разных. Также немножко вот крупнолистных у меня гортензий. Это такая вот такие, это первые мои череночки. Это Forever Ever Blue. Вот такой красавец. Он у меня подписан. Выглядят они все прекрасно. Вот они такие хорошенькие такие. Так, тут у меня тоже. Так, кто это у меня здесь? Вот такой череночек. Это Speedy Red Purple. Вот такая красавица также есть. Это где написано? Это первое. Тут хоть все правильно. Red Sensation есть. Так, здесь штани у меня так немножко не очень развиваются, но все равно очень красивые. Так, это кто у меня? По названию сейчас посмотрим. Это Magical Ruby Tuesday. Тут буквально несколько череночков. Очень красивый сорт. Просто великолепный. Тут, наверное, 2 или 3 черенка. Так, да. Ruby Tuesday. Это очень красивый сорт. Дальше у нас тут... Ну, в общем, по сортам не буду. Всем сброшу, объясню. Ну, напишу, какие сорта есть. Abula Pink. Выглядят они просто великолепно. Такие вот красавцы. В общем, кого интересует, пишите. Это сбежавшая невеста. Вот зацветает. Есть вообще вот такие. Это не Коблю, по-моему, если я не ошибаюсь. А нет, это... Что-то не могу разобрать. Немножко стерлась. В общем, вот такие есть красавцы. Вот они. Так, здесь также крупнолистные, очень крупные. Cotton Cream, такой хороший, крупные черенки. Все практически в один стволик. Есть, конечно, в два, я их не прищипывала. Ничего страшного, это даже и лучше. Уже весной можно будет потом Bonfire, вот такой вид, красавчик есть. Сделать подрезочку. Сейчас вы пересадите больше объем. Сделать потом подрезочку. У вас будет очень красивый кустик. Так, вернусь обратно к этим красоткам крупнолистным. Какой красивый. Red Beauty Purple. Смотрите, какой красавец. Крупный такой листик. Так, что тут у меня еще есть? Red Angel есть немножко. Буквально тут считанные. А вот Saxon Sunshine, такие огромные. Немножко French Bolero Pink, там что-то уже выбирается. Pink, French Bolero Pink Blue, в принципе, все это одно и то же. Смотрю, кто-то еще у меня здесь тут сидит, такой красавец. Господи, ну такая же красота уже понаросла. Крупные такие, хорошие, сбежавшие невеста. Вот еще один темнолистный какой-то у меня. Black Diamonds. Ну, может быть, я его себе оставлю один череночек. В общем, с крупнолистными постигла беда. Беда, потому что все постирались названия все. Тут кое-что есть. Сорта все хорошие, красивые, но вон так они хорошо понарастали. У меня там такие крупные, красивые. Прям вообще такой лист. Вот вообще не могу. Смотрите, какой красавец. Red Beauty Purple. Red Beauty Purple. Да. Ну вот он. Красавчики. Но не все есть название. Будем ждать весны. Будем продавать уже цветущим. Ничего страшного. Так что вот такое, ребят, небольшое вам видео. Если вам кому-то нужны гортензии метельчатые, крупнолистные, пишите, сброшу каталог. Ну, вернее, список то, чего есть.